как усилить потенцию в домашних условиях самому. Это канал «Реальная качалка». Сегодня продолжаем нашу рубрику. После предыдущего выпуска насчет потенции, насчет упражнений для потенции, было много ваших комментариев, я решил продолжить, так как вы это попросили. Итак, все это хорошо, упражнения легкие я вам показал. Сейчас я вам покажу одно упражнение, которое абсолютно легкое, хотя для начала может показаться вам и тяжело. Для данного упражнения, например, я уже прибегаю к обычному блину, десяточка в данном варианте. Так вообще 15-20, но, как говорится, за весом я не пытаюсь гнаться. Главное качество. Качество, а не количество. Итак, как усилить потенцию дома самому? Также скажу, что это упражнение очень сильно подстегивает уровень тестостерона собственного. Тестостерон растет, поэтому запоминайте. Упражнение очень легкое. Все, наверное, помнят обычную физкультуру. Обычное упражнение, физкультура, которая там руки в стороны, там в лагерях делали, да, там в школах нас заставили делать, в садике, да, многие делали. Значит, тут берем упражнение оттуда, которое действительно работает. Становимся ноги на ширине плеч, можно чуть-чуть уже, и делаем круговые движения вокруг своей оси. То есть в прошлый раз мы делали ровно, да, и поднимались на носочках по чуть-чуть, как бы затягивая мышцы ягодиц через середину на руку, да, сюда, наперед. Сейчас мы делаем упражнение, крутим круговые упражнения таза в разные стороны. При этом, когда мы крутим, пытаемся таз все время напрягать. То есть делаете, очень важно, сейчас запомните, смотрите, делаем вперед, когда крутим мышцы, ягодиц, опять как бы стягиваем, сокращаем и наперед. Вы поняли, да, то, что я говорил в прошлый раз. Когда мы делаем, это когда мы делаем вперед. Когда мы делаем движение назад по кругу, мы их расслабляем. И так вот делаем 8 минимум раз до 15. Для начала делаем очень медленно. Здесь не надо делать вот этого быстрого, не надо делать. Поняли, да? От 8 до 15. При этом каждый раз сокращаем, не забываем, правильно дышим. Для правильного дыхания руки ложим или в замок, или вот, вот так вот, чтобы чувствовали. То есть пресс должен быть все время втянутый, не наружу. Это касается особенно тех, кому 35-40 и дальше. То есть при этом вы как бы делаете вакуум. Ничего тяжелого нету, как вам сейчас может показаться. Все очень легко. 8-15 раз сделали в одну сторону. И 8-15 раз так же само в другую. Не забываем. Делаем вперед, втягиваем ягодицы через середину, чтобы промежность напряглась. Промежность. Делаем назад движение, расслабляем. Делаем для начала без веса, потом вот, сложили руки, вот так вот, и погнали. Вперед, назад, вперед, назад. Ребятки, кому что непонятно, еще раз ролик пересмотрите. Начинаем делать с нуля, за весом не гонимся. Всем хорошей потенции, хорошего уровня тестостерона. Не забываем, что данное упражнение действительно поднимает наш собственный тестостерон, повышает потенцию, и эрекция у вас будет действительно класс. И не важно, сколько вам лет, 25, 30, 45, 60 или 70. Верьте в себя, и все будет отлично.